Поспешный выезд на главную дорогу привел к разбитой машине и испорченному ограждению. По словам очевидцев, сегодня на проспекте Фатыха Амирхана автоледи, управлявшая Ниссаном Жук, выезжала по второстепенной дороге на главную. Но, говорят, видимо, не убедилась в безопасности маневра. Рассказывают, женщина выехала и, уходя от столкновения с одним автомобилем, задела правым колесом отбойник, после чего ее машину развернуло на 180 градусов, и кроссовер вновь налетел на ограждение. Водитель и пассажирка отделались лишь легким испугом, их спасли сработавшие подушки безопасности. А вот сама иномарка передвигаться своим ходом уже не могла. Для автомобиля пришлось вызывать эвакуатор. Сейчас автоледи, вероятнее всего, придется самой восстанавливать свой автомобиль и заплатить за ремонт отбойника.